8 и 19 века. Также она посвящена истории, природе родной страны и ее истокам. Важная роль отводится этнографии, славянской мифологии, былинам и сказаниям, а также древнему эпосу и православной вере. Слово предоставляется председателю Санкт-Петербургского союза художников России Александру Васильевичу Сайкову. Встречайте. Добрый день, дорогие друзья. Вы уже, наверное, ознакомились с экспозицией, увидели, насколько красиво она сделана, с воздухом, с прекрасной организацией пространства, и, конечно же, увидели такие замечательные в целом, замечательные произведения, были собраны на этой выставке. Любая выставка – это колоссальный труд, колоссальнейший труд. И я хотел бы поблагодарить людей, всех, кто приложил свои усилия для организации этого замечательного события. И вспомнить Вадима Альбертовича Тюльпанова, который, в общем-то, с него начался этот проект, но трагедия забрала его из этой жизни, но тем не менее, несмотря на это, проект все-таки был реализован как память об этом замечательном человеке. Тем более, что Петербургский союз наш с Вадимом Альбертовичем Тюльпановым имел очень тесные контакты, так собрание, когда он был, когда в Совете Федерации он сам лично проводил экскурсию для наших художников-блокадников, когда мы туда приезжали. И огромная благодарность всем, кто это событие все-таки делал. Участие в многочисленных всесоюзных, республиканских, городских и зарубежных выставок Любови Ивановне Нарышкиной. Встречайте. Yeah.
Спасибо всем участникам и доброго пути. Спасибо огромное. Сейчас еще один замечательный подарок, что открытие «Золотая моя Русь» в исполнении образцового немецкого коллектива «Жалобина». Встречайте. Они более мелкие. Да, один слой такой, один.